Привет всем! Сегодня снимаю новое видео в таком home-style. Честно говоря, просто есть время и хочется записать видео, а как-то сильно одеваться и краситься не вижу смысла, потому что, ну, мы же с вами просто общаемся, просто разговариваем. К чему это? Окей, и сегодняшнее видео... Видите, кручу в руках крышечку от объектива. Сегодняшнее видео будет о фаворитах весны. О тех вещах, которыми я постоянно пользуюсь весной, которые вызывают у меня просто страшный восторг. Я исключительно рада, что купила себе такие вещи или что открыла для себя такие вещи. И считаю просто своим долгом с вами поделиться. Разные вещи, продукты, косметика, одежда и, скажем, вещи не вещи. Окей? Начнем с, пожалуй, косметики. Первая вещь это будет у нас Yves Saint Laurent. Знаменитый. Я даже не знаю, как его назвать. Тушь Экла. Корректор? Не корректор, хайлайтер. Да, знаменитая кисточка от Yves Saint Laurent, который мы делаем тынц-тынц-тынц-тынц-тынц-тынц, который мы везде делаем красивое лицо. Отличная вещь, по-моему, отлично подсветляет нужные зоны, особенно с глазами отлично. Борется нельзя сказать, да, эта штука не может бороться с глазами. Отлично убирает синячки и темные пятна под глазами, хорошо работает с этими частями. Отличная, отличная вещь. Очень рада, что я купила. Тем более, покупала я ее по какой-то скидке. В комплекте шло две одинаковые за 35 евро. Это был Stockmann Truckers Dennis. И у меня второй оттеночек такой светленький достаточно, да? И, кстати говоря, возможно, для тех, кто ищет какую-то информацию насчет этого продукта, как он работает. Когда я пришла домой, я его купила, пришла домой, я никак не могла понять, как он работает, как выдавить продукт из кисточки себе на лицо. Все просто. Нажимаем один или два раза, продукт выходит из кисточки и мазюкаем везде, где нам надо. Окей. И, кстати, саму кисточку хорошо протирать периодически со спиртом, потому что, ну, не гигиенично, да? Поэтому протираем ее, не забываем. Второй бьюти-продукт – это Estee Lauder Advanced Night Repair, такая вот сывороточка. У меня в 30, по-моему? Да, 30 миллилитров. Наношу ее, у меня уже пол баночки, наношу ее пипеточка, да, вечером перед сном, после того, как лицо очищаю, наношу ее на лицо, не всегда потом пользуюсь увлажняющим кремом, мне кажется, это отличная штука, у меня нет каких-то особых морщин, да, просто у меня 24 года, мне их еще не может быть, но мне кажется, она очень хорошо как-то выравнивает кожу, тон дает такой, кожа равномерная, нормальная человеческая кожа, никаких пятен, ничего такого нет. И на утро очень приятное ощущение на лице и вид лица свежий. Нет такого, что ты просыпаешься утром, как будто тебя били всю ночь, у тебя лицо до этого, девушки, понимаете, о чем я. Отличная вещь, мне кажется, для такой, может быть, уставшей, серой кожи, которая живет в городе, которая редко бывает на природе. Отличная вещь, чтобы питать кожу. И, мне кажется, для борьбы с первыми морщинами тоже отлично пойдет. Так, это были такие, скажем, два бьюти-продукта. Третий тоже как бы бьюти, но не бьюти. Это такая вот расческа, сильно напоминающая Tangle Teaser. Но это называется No Tangle от Macadamia Oil. От этой фирмы, которая делает макадамия масла, макадамия шампуни и так далее. Принцип у нее тот же самый, она расчесывает, не выдирая волосы. Да? Действительно отличная вещь. У меня с расчесыванием волос бывают проблемы, потому что волосы их там как-то спутываются, особенно после занятий спортом. Эта вещь отлично со всем этим делом справляется.
Так, на этом бьюти-штуковины у нас заканчиваются, и дальше идут такие няшные штучки. Первая няшная штучка – это тапочки. Кто дома ходит в тапочках? Я дома обычно не хожу в тапочках, но тут мне мой любимый супруг подарил тапочки. Вы уже видите носики. Я не могла, короче, их не носить. Смотрите. Это просто очень-очень милые ёжички. Давайте. Я люблю ёжиков во всех их проявлениях. Игрушки, картинки, все. Поэтому мой муж заказал мне в интернете, в каком-то магазине, не знаю в каком, вот эти замечательные тапочки. Я в них каждый день шлепаю, шлепаю, шлепаю. Очень они теплые, очень вот так вот они выглядят. Мягкие, удобно в них таскаться по дому. Отличная вещь. Но пылище собирать прилично. Если мы пошли по обуви, скажем так, то моя просто, наверное, покупка тысячелетия – это не лабутены. Это, та-дам, конверсы. Извините, они, может быть, не очень чистые, хотя я их недавно стирала. Это обычные белые конверсы. Вот они. Заказывались на ASOS за 60 там чего-то до евро. Самые обычные простые кеды, да, но они дико удобные. Я прошла в них всю Германию, весь Питер, Киров. Я в них все время хожу здесь. Это просто обувь на любой случай жизни. Я ношу их с юбками, с платьями. У меня нет комплексов по этому поводу. Я считаю, что кеды можно одеть везде. Это реально удобная обувь, в которой ты точно дойдешь до пункта назначения. Поэтому всем, у кого есть какие-то сомнения, я действительно советую, ребята, берите конверсы. Особенно на весну, летом, мне кажется, жарковато в них будет. Я летом обычно хожу в каких-то босоножках. Но на весну это просто must have. Единственное, что я, может быть, немножечко не рада, что взяла белые, потому что их нужно стирать чуть ли не каждый день. Можно было бы взять красненький или синенький, но какой-то такой более девочковый цвет, не черный обычный. Так, дальше, если мы переходим, то коснемся темы сумок. У меня немного сумок, но все свои сумки я очень люблю. Считаю, что у женщин должны быть такие особенные сумки. Этой весной я постоянно на себе таскаю такую вот сумку Michael Kors. По-моему, она называется Travel Tote. Или как-то так. Я найду ссылку и поставлю внизу, как она называется. Покупалась она в Стокмане в Латвии. Ее можно заказать на очень многих сайтах. Никаких проблем, я думаю, ее найти нету. Сейчас она у меня пустая. В общем, так она внутри выглядит. Здесь по бокам кармашки, ручки можно на пару петелек порегулировать. Если хотите подробнее эту сумку смотреть, то недавно было видео, что в моей сумке, там можно очень подробно посмотреть, что в нее влезает и как она выглядит поближе. Но отличная сумка, в нее влезает реально вся жизнь. Мне кажется, это нам и надо. Дальше, одежда. Естественно, одежды много, много чего покупалось. Я не думаю, что я буду делать видео о покупках одежды. Впрочем, если вы хотите, конечно же, напишите, я сделаю. Но мне кажется, очень много покупок этих было, и как-то сейчас все собрать, может быть, не очень разумно, но окей, это возможно сделать. И такой, наверное, фаворит-фаворит – это платье. Таскала его везде на себе, и в пир, и в мир, и в добрые люди, на работу, в путешествия. Какой-то отдых с друзьями, везде оно годится. Значит, вот такие у нас плечики, да, цветочечки. Рука в три четверти, оно такое, материал а-ля толстовка, да. Здесь у нас на пузике, на груди идет большая буква R, и оно такое, оно не длинное, оно до колена, и зад у него, сейчас покажем, зад у него чуть длиннее, чем перед. Вот здесь хорошо видно, да? Хвостик такой маленький есть. И кармашки есть. Отличное платье с кедами смотрится вообще на ура. Очень не жаркое, но теплое. Отлично его носить, вообще просто супер. Покупалась в магазине Reserved когда-то, может быть, в марте или в конце февраля, что-то такое.
с тех пор практически ежедневно носится. Последние два фаворита. Это... Начнем с еды. Да. С телесной, так сказать, пищи, а потом закончим духовной, чтобы казаться умными. Я люблю разные чаи. Я люблю зеленый чай вообще, в принципе, как сорт, да. Но вот на сайте iHerb заказала я... Упс, вот такой вот чай. Это черный чай, который не фокусируется, к сожалению, потому что нужно поменять объектив. А я почему-то не меняю объектив. В общем, это черный чай с мятой. Фирма называется Harney & Sons Chocolate Mint. Обычный черный чай с запахом и вкусом мяты. Это запах конфет After Eight. Кто знает, о чем я, тот поймет и сразу же купит. Стоил он что-то до $5. Такая вот баночка здесь. Сколько здесь граммов? 4 унции. 4 унции, я думаю, грамм стоит, наверное. Не знаю, сколько это. Отличный чай, отлично заваривается. Очень вкусный запах на всю кухню. Такой просто... Отличный чай, пью постоянно. И последний фаворит весны, чтобы казаться высокоразвитой личностью, это книга. Та-дам! Это Макс Фрай. Дебют Вэха. Я показываю эту книгу, потому что я ее сейчас читаю. Но, в принципе, я хочу сказать вообще о всей серии книг про сэра Макса. Когда-то я прочитала хроники... Энциклопедия мифов я прочитала оба тома. Меня зацепило, но ну так как-то. А теперь вот для меня опять открылся этот жанр, эта история. Я с огромным удовольствием перечитываю все эти книги. Очень советую, кто любит помечтать, кто любит такие взрослые сказки, кто любит добрые истории, почитайте. Это очень, по-моему, классная серия книг. Покупала, кстати говоря, на Невском в Буквоеде, круглосуточном, по-моему, за 162 рэ. Для меня это так немножко такой очень интересный момент. Вот. Еще раз показываю вам сэра Макса, точнее, обложку книжечки. И прощаюсь с вами. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за то, что посмотрели и были со мной эти несколько минут. До скорых встреч и ата-та-та!